Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Период плодоношения, с августа по ноябрь, образует микоризу с сосной, растет в сосновых и смешанных с сосной лесах, на известковых почвах в светлых местах, предпочитает гористую местность, любит расти под папоротником. Шляпка плотная, мясистая, обычно 3-10 см в диаметре, выпуклая с подогнутым краем, позже вдавленная, до воронковидной, с опущенными краями. Кожица гладкая, голая, в сырую погоду скользкая, плохо отделяется от мякоти. От красновато-оранжевого, светло-красного, до красновато-коричневого и даже кроваво-красного цвета, могут присутствовать бледные серо-зеленые пятна, концентрические зоны слабо выражены, размыты, а могут и совсем не различаться. Ножка обычно 4-6 см длиной, крепкая, цилиндрическая или суженная к низу, сплошная, с возрастом полая. Обычно в цвет шляпки, с мучнистым налетом и более темными красноватыми пятнышками на ножке. Превосходный съедобный гриб первой категории, используется соленым, маринованным, вареным, жареным.